Это время первое. Группа инвалидности. Это время первое. Hot Dog. Всем привет! Перед вами команда с самой необычной концепцией. Да, мы все любим пиццу с ананасами. Фил, я вообще-то про то, что мы инвалиды. А это что, прям объяснять надо? Типа зрители такие: о, наверное, это спортсмены. Или казахи. Или Амкар неудачно в трансферное окно поработал. Вообще у нас серьезная миссия. Мы хотим, чтобы нас воспринимали как обычных людей. Например, мы команда политически активная. Фил даже был независимым наблюдателем на выборах. Нас с Олдером каждый год зовут. Да, это Олдер, наш любимый говорящий пес. Никита Кологривый говорящий пес, а я собака-поводырь. Вообще, мог бы сначала поздороваться. Всем привет, кроме корейцев. Ребят, а может меня представить? Я тут что, зря стою? Серёж, что за тон? Если ты в команде инвалидов стоишь, уже радоваться надо. Еще у нас есть Арина. Она сурдопереводчик и работает в ЗАГСе. Ну, то есть общается с глухими согласными. Мне так нравится дружить с ребятами, особенно с Наташей. Я когда в глазок смотрю, для меня всегда загадка. Это Наташа приехала или дети коледуют? Арин, а как на языке жестов будет? Я согласна провести с тобой ночь. Понял. Да не умеешь ты с женщинами общаться. Смотри, как надо. Арин, а ты симпатичная? Какая разница? Да действительно, мне ж не принципиально. Ребята, вот в жюри сидят уважаемые люди. О, а я только представил, что в жюри сидят падшие женщины. Совсем ты не радуешь мое воображение. Фил. Ладно, это шутка. Жюри, если что, я вам подмигиваю. Вообще, побольше бы о себе рассказали. Вот, Олдер, чем ты занимался до того, как собакой-поводырем стал? Наркотики искал. В полиции работал? Не, так, для души. Это что? Ой, постоянно забываю. К миниатюрам! В парке на скамейке надпись «Окрашена» написали шрифтом Брайля. Твою мать! В супермаркете. Мужчина, я живой человек! Офигеть! Чё сейчас только в магазине по акции не продают? С каждым сезоном в битве экстрасенсов появляются все более странные персонажи. Здрасте. Здравствуйте. Я Вальдемар Тамплиерский. Первый в мире слабовидящий ясновидящий. Это Пятерочка. Блин, когда-нибудь я найду этот кастинг. А если вам не понравится следующий номер, будем считать, что его выделило государство. Инвалиды тоже любят пранки. В парке развлечений, на выходе из аттракциона. Классно!
можно было, ни о чем не жалею. Как известно, собаки-поводыри очень помогают слепым людям. Итак, случай на прогулке. Олдер! Олдер, ты что мне принес? Я тебе другую палку бросал! С этой мы больше заработаем. Инвалиды все чаще появляются в медиапространстве. И наша команда не исключение. Представляем вам наше новое шоу! Готовим слепую с Филом! Всем привет, кого не видел! Начинаем мое кулинарное шоу! Знаете, я из тех поваров, что полагаются на интуицию. Нас таких двое. Я и Юлия Высоцкая. Кстати, выпусков на природе у меня больше не будет. Но не будет и лесных пожаров. Итак, приступим. Как сложно нынче найти хорошее оливковое масло. Ну нет и не надо. Опа. Морковь принципиально использовать не будем. Этот гнусный, лживый овощ, якобы помогающий для зрения. Кидаем продукты в кастрюлю. Ставим на плиту. Главное не забыть добавить секретный ингредиент. А, для меня же любой ингредиент секретный. Долго ждать не будем. Все равно собаке отдавать. Ну и совет в конце. Никогда не сыпьте соль на глаз. Вообще ничего на глаза не сыпьте. Ну а наш выпуск подошел к концу, если я, конечно, опять не забыл включить камеру. И тянутся города, я в каждом из них попал нас. Сулит поезда, но... Друзья, мы здесь, на этой сцене, чтобы доказать, что инвалиды могут больше, чем о нас думают. Да у нас куча своих плюсов. Вот у меня, например, обувь никогда не изнашивается. А меня голосовые не бесят. И, кстати, наш Фил очень талантливый. Недавно он собрал пазл. Так вот, как с помощью упорства, твердой воли... И ножниц! Да, наш пазл сложился. И мы верим, что дальше будет только лучше. Ведь у нас есть воля, упорство... И ножницы! Ну и в конце от себя... Меня часто спрашивают: «Фил, а как ты можешь играть в КВН?» Да все очень просто. Вот закройте глаза. Закрыли? Да. А теперь играйте в КВН! С вами была команда «Хот-дог». Две девочки, два парня и один хороший мальчик. Танцуй!